Помимо многочисленных результатов, которые мы достигли, у нас есть и спортивные определенные результаты. Впервые в истории муниципия Бельц наша команда «Баско» завоевала первое место в чемпионате Республики Молдова. Это, конечно, благодаря нашим игрокам, нашей молодежи, но в основном и поддержка Рената Георгиевича Усатова, нашего примара, нашего любимого примара. В этом контексте Ренат Георгиевич лично хотел вознаградить нашу команду денежно 200 тысяч шелей за реализацию первого места впервые в истории муниципия Бельц. Капитан, от Рената Георгиевича. Ну и, конечно же, кубок. Добрый вечер. Долгие годы команда по баскетболу города Бельц не участвовала в высшей лиге. И уже в первый год своего возвращения в высшую лигу мы завоевали оба самых главных трофея страны. Все это мы сделали благодаря, в первую очередь, нашим болельщикам. Конечно же, при поддержке руководства города и нашего дорогого примара Рената Георгиевича Усатова. И я сейчас имею в виду не только финансовую поддержку, а также моральную. Например, после каждой победы мы получали личные поздравления от Рената Георгиевича, что очень сильно нас поддерживало. Спасибо ему за это большое. На будущий сезон перед нами поставлены такие же амбициозные цели. И мы очень надеемся и верим в поддержку наших болельщиков из города Бельцы.